Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы начинаем проходить игру, которая называется Looney Tunes World of Mayhem. Все прекрасно помнят, что раньше я ее играл, но то была американская версия. Ну, а теперь, как говорится, она перебазировалась на наши отечественные платформы, поэтому приступим. Так. Ну что же, Даффи Дак, собственной персоны, да-да-да, ребята. Скоро землян не останется, и некому будет мешать моим планам, разве это не чудесно? Конечно, чудесно, елки-палки. Так, а это у нас, как обычно, ребята, Багз Банни, собственной персоны. Я знал, что мне нужно повернуть налево в Альбукерке. Извини, Док, не подскажешь, как добраться до Пизма-Бич? Ой-ой-ой, еще одно земное существо. Полагаю, мне придется применить силу. Ты же понимаешь, что это война? Ну что же, ребята, вот наш первый с вами бой. Ну да, Багз Банни, я тебя прекрасно понимаю, сейчас мы будем мстить. Да, ребят, единственное, что нам придется начинать все с самого начала. Там-то мы очень были хорошо подкачаны. Это было не очень любезно. К счастью, у меня под рукой есть реатомизатор. Реатомизатор? Воу! Эй, дружок, тебе тут посылка? Давайте, ребята, это массовый урон сейчас будем наносить. Та-данс! Круто! Ой, по-моему, машину мы ему сломали, да? Ага. А ну-ка прекрати, дружок. Мы же даже не завершили обучение. Ой-ой. Ну, вот так вот мы начинаем с вами, ребята. Эй, Док, да ты. Мне нужна твоя помощь, чтобы привести тут все в порядок. Давай. Мир беспредела ждет. Повышай уровень и открывай новые функции. Добро пожаловать в мир беспредела. Сражайся и собирай мультяшек, чтобы восстановить то, что уничтожил Марвел. Эта кнопка принесет тебе коллекцию мультяшек. Давай зайдем. Я не против, ребят. Собирай своих любимых мультяшек в различных версиях. Угу. Коснись здесь, чтобы активировать меня. Активировать. Да-да, ребята, и первый герой это Багз Банни. Основной персонаж. Так, ну что, как мы видим, он находится в лес. Эпический атакующий кролик, селянин оригинальный. Отношение хорошее у него с Пигги, как я понимаю. Безопасный сейф, это базовая атака. И дикий заяц один, это особая атака. Достигай и получай награды за новые ежедневные цели. Ежедневные цели — это отличный способ зарабатывать награды и повышать уровень. Давай перейдем к бою, чтобы достигнуть одной из твоих целей. На каждом этапе есть особые награды. За этот бой мы заработаем Илудий, которую можно будет использовать для открытия новых мультяшек. Илудий. Ну что же, давайте. Атака. Побеждать одного врага за раз обычно лучше, чем пытаться это делать снова и снова. Такой недовольный, лицо-то такое. А базовые атаки можно использовать на каждом ходу для нанесения урона. Ознакомься с моей. Опс. Оу. Особые атаки отличаются мощностью, но для их перезарядки требуется время. Это, например, оглушает цель. Давай попробуем. Давай. Оп. Враг оглушен тобой, поэтому пропустит следующий ход. Прикончи его. С удовольствием. Вот так вот, победушка, ребята. Отлично, тебе досталось немного Илудия, который питает энергией реатомизатор. Даже так? А вы, ребята, пишите мне в комментариях, кто хочет, чтобы я продолжал играть в эту игру, тот ставит лайк и комментирует, ребята. И тогда у нас все будет хорошо. Ну что же, нам показывают, что магазин. Кстати, ребята, игрулька немного графически отличается от той, что я играл раньше. Обычный реатомизатор. Не менее 10 частей. Одна мультяшка. Так. Воу.
Теперь, когда у тебя достаточно частей, можно активировать эту мультяшку. Вот так вот. Мультяшка готова к активации, активировать. Фогран Скаут у нас, ребята, открывается. Я очень рад. Причем, довольно неплохой этот персонаж. Я его помню. Фогран Скаут — это защитник, у которого много здоровья и который оберегает союзников в бою. Да-да, он, по-моему, берет на себя провокацию, если я не ошибаюсь. За победу ты также получаешь зелья опыта. Используй их, чтобы повысить уровень мультяшек и сделать их сильнее. Одни зелья эффективнее других. Похоже, тебе досталось хорошее. Очень хорошее, ребят. На самом деле, это самое слабенькое зелье. Теперь, когда у нас есть персонаж посильнее, давай сразимся еще раз, чтобы выполнить другие цели. Да, ребят, намного. Может быть, это пока так в обучении показано, но... Все по-другому. Еще мы с вами, кстати, не на карте. Так, ну что же, компания, давайте посмотрим. Вражеские команды становятся круче, так что постарайся от них не отставать. Да уж постараюсь как-нибудь. Ой, надо было бы мне бани прокачать. Сила команды показывает, насколько сильна твоя команда. Убедись в том, что у тебя она выше, чем у противника. Она у меня выше, ребята, у меня 1222 силы, а у противника 863. То есть преимущество в разы на нашей стороне. Так что я думаю, никаких проблем у нас не будет с победой, ведь так? Все правильно вы поняли. О-о-о-о-о! Вот это новенькое, ребят, такого я раньше не видел. Анимация довольно хорошая. Смотрите-ка, у нас тут Даффи Робин Гуд. А кто же вот этот? Вот что за рыцарь? Ну, я знаю, что это... Ты как вот он величательный, уже забыл. Вспомним. Все это, ребята, вспомним. Но для начала, я думаю, Даффи нужно оглушить. Ну-ка. Вот так вот, хорошо. Причем, ребята, игра, в отличие от американской версии, не лагает. Вообще ни одного глючка пока не было. Особая атака Фогрена дает ему провокацию, а это значит, что враги могут атаковать только его. Ну, как я вам и говорил, что Фогрен у нас ходячий таунт. Таунт — это танкуля, который провоцирует героев для того, чтобы они атаковали именно его. Естественно, будем активировать. Так. Что же это за персонаж такой? Фогрен теперь будет защищать Бакса. Попробуй завершить бой самостоятельно. Ну, я вообще-то так и собирался сделать. Ну что же, Даффи мы убрали с поля. Теперь давайте вот так вот. Слушай, еще живет малыш-то этот. Но Фогран крепкий, я помню. Он крепкий, он должен выдержать. Да. Победа за нами, ребят. 3 звезды, шикандос. Слушайте, какие-то странные штучки нам дают. Ну что же, вы главное пишите, ребят, в комментариях, будем ли мы в нее играть. Я знаю, что многие просили вернуться к этой игре. Ну, как говорится, в американской версии там заблокировали. И нельзя было в нее играть. А, как видите, у нас она теперь доступна на русском языке. Так еще плюс на наших платформах. Теперь, когда мы выполнили 2 из наших ежедневных целей, давай заберем награды. Награды. Так, опыт и... Да-да-да-да-да, именно бриллиантики. Забираем. Еще? Ага. За эти ежедневные цели получено достаточно опыта, чтобы повысить уровень. Проходи сюда, док. Прохожу. Уровень получаем, да, ребята? 2-й левел. Прекрасно, золотой билет. Ха, сейчас рулетка будет, по-моему. А золотые билеты используются для вращения колеса, что позволяет получить лучших мультяшек. Да-да-да-да, это я помню. Вот она, ребята, рулеточка. Давайте крутанем. Премиум колесо всегда дает достаточно частей, чтобы активировать мультяшку. А ну-ка, крутани, обязательно. Обязательно крутанем, ребят. И да ладно, ну. А, все, хорошо, хорошо. О, это новенький, давай активируем его. Кстати, нам достался код Сильвера, а я думал, что это денежки. Думаю, зачем мне деньги? Сильвестр младший, рыбачок. А слушай, я не помню рыбака Сильвестра. Ух ты, младший. Тут уже и малыша добавили. Ха-ха, вот это круто. Потому что в американской версии, ребята, там был только Сильвестр старший. Шикарно. Сильвестр младший рыбак является героем поддержки, который исцеляет союзников в бою. Ух ты, да это ж хиллер. Это то, что нам нужно. То есть у нас получается боец, танк, и теперь появляется у нас медик. Давай взглянем на твои ежедневные цели, чтобы понять, что делать дальше. Давай, с удовольствием. Так, собери отряд, это я сделал. И
Для достижения этой цели нужен еще один бой. Вперед! С удовольствием, ребятушки, с удовольствием. Каждый новый бой — это шанс заработать дополнительные награды. Ага. Так, ну давай, давай выставим всех наших ребят. И смотрите, у нас опять преимущество, причем довольно неплохое. Ну давайте посмотрим, как это все будет у нас на практике. Угу. Койот. Страусенок. Так, тихо. Сэм использует провокацию, так же, как и Фогран. Твои мультяшки могут атаковать только его. Ага, это у нас пес Сэм. Давайте его... Ох ты, какой он крепенький-то, а? Так, мы тоже тогда сделаем провокацию. Думает, он один такой умный. Так-так-так, тихо. Ой. Особый навык. Сильвестра младший рыбака, он исцеляет всех своих товарищей по команде, одновременно помогая им держаться на ногах. Ага, давай рыбку. Отлично, ребята. Ну что же, нам нужно... Нужно атаковать. Оглушить получится, интересно, или нет? А ну-ка. О, да, ребята. Нет! Ты смотри-ка, он не поддался оглушению, а так? Хе-хе-хей. Мы его победили. Койот. Ты смотри, ребят, он хилит даже сам по себе. У него хилищая пассивка, вот что я вам хотел сказать. Понимаете? А ну-ка, если я вот так вот, например, сделаю. Опс, ага, отлично. А если еще? Добивочный. Да. Ну и остался лишь у нас койотик здесь, ребят. Сейчас мы его... Какой койотик? Сарусенок. Так, все, здесь победа за нами. Ну, как вы понимаете, ребята, это еще до сих пор идет обучение, поэтому неспроста здесь все так легко и просто. Мы почти прошли вторжение, идем дальше. Давай, так, забираем. Выполнены все текущие цели, пора повышать уровень снова. Да, с удовольствием, ребята. Третий левел мы с вами получили. Дружок, только что получен доступ к ящикам Акме. Ну давай. Ящики Акме содержат потрясающие награды, необходимые для усиления твоих мультяшек. Компания Акме периодически доставляет ящики, а в держателе ящиков можно посмотреть состояние твоего ящика. Ну, я давай посмотрю. Ага, какой-то... Для открытия ящиков после их помещения в банк требуется время. Ну, выставим, предположим, назначить. Другие игроки могут украсть твои ящики, если ты не открываешь их немедленно. А я открою. И что же нам достанется здесь? Так, голдишка, динамитик. Это особые материалы для усиления, которые открывают новые навыки для мультяшек. Понятно. Ты можешь использовать материалы усиления в коллекции мультяшек. Так, ну-ка, что у нас тут у Бакс Банни? Мы можем усилить. Да, ребята, второе усиление мы получаем. Это особая атака, наносит урон всем врагам сразу. Каждый навык различен. Да-да-да, ребята, это у нас именно взрывной подарок, особая атака. Пора испробовать наш навык в бою. Я только за. Поехали. Это последний бой в главе. Прохождение глав позволяет заработать части для активации злодея Черного Рыцаря Сэма. Черного Рыцаря Сэма? Это очень хорошо, мне он нужен, ребят. Такого персонажа у меня раньше не было, и хотелось бы, конечно, взглянуть на него. Хе-хе-хе, воу! Даффи какой-то пришелец? И такого не было. Это они все, ребята, какие-то из космоса. Так, ну что же, нам надо сделать, наверное, ребята, массовую атаку. Я думаю, что это будет эффективно. Бум! Ну, неплохо, неплохо. Воу. Так, ладно, давай возьмем провокацию, естественно. И попробуем вот так вот. Накося. Так, Фогран у нас. Ну ладно, пока терпимо. Добьем, интересно, сейчас мы пиги или нет? О, да. Минус пиги. Так, а это что? Что это такое? Прикалываетесь, что ли, а? Давай-ка этого... Так, тихонько, ребят. Давайте, наверное, подхилимся маленько. Во. И добьем Марвина. Отлично, ребята. Ну что же, у нас тут Даффи
какой-то пришелец или я не знаю, кто он тут. Космический какой-то там шут. И, ребята, по-моему, мы с вами будем сейчас активировать Сэма. Да? Черный Сэм? Сэм Черный Рыцарь? Четвертый уровень уже получили, обалдеть. Открылся новый режим драка. Оу. Оу. Да, именно Рэй. Нажми эту кнопку, чтобы начать драку. С удовольствием. Здесь ты увидишь ящики, принадлежащие другим игрокам. Они так и ждут, чтобы их украли. Я обожаю воровать чужие ящики. Давайте, ребята, конечно же, стырим ящичек и посмотрим, что там в нем будет. Естественно, мы, наверное, сейчас сразу с вами не посмотрим. Мы его только свистнем, а уже потом сможем его через какое-то время вскрыть. Потому что для открытия ящиков нужно время. Или тратить кристаллы. Так, отлично. Ну что ты, давай-ка, ну-ка. Сильвестр младший. Такой хиповый паренек. В шапочке с удочкой. Ну никак не думал, что здесь его сынишку воткнут в эту игру. Так. Ну, добивочный, надеюсь. Да ты посмотри, какой он крепкий, этот песик-то. Вот. Ну. Три звезды. Опыт украдено. Продолжить. Да-да-да, ребята, вот такие вот ящики мы будем с вами тырить потихоньку и открывать со временем. И ящики не откроются, пока ты не поместишь их в пустой банк. Ну, это да, это я помню. Используй своих лучших мультяшек, чтобы защищать свой ящик. Не волнуйся, ты по-прежнему можешь использовать их для атаки. И это тоже я знаю. То есть они у меня как бы стоят, но играть я дальше могу. Обучение почти завершено, не волнуйся, лучшее припасено напоследок. Тебе уже довелось увидеть наш мир Луни Тюнс? Нет, но я готов его увидеть. Отправляйся в безумный мир и выполняй задания со своими мультяшками. Ха-ха, ребята, и мы переходим с вами в мир. Вау, все изменилось абсолютно, ребят. Вот кто не видел старые выпуски мои, посмотрите. Ай, красота какая. Нам вот это вот все, ребятушки, предстоит открыть. А вот это, по-моему, новая локация. Вы посмотрите, это какой-то... Ой, да и карта... По-моему, карта даже... Ну, вот это я помню, пустыню. Так, это ферма, тоже помню. Так, тут у нас какой-то остров. Странно, секретный. Вот этого я не помню, ребята, не было в то время вот этого вот волшебного королевства. Я, кстати, это акт второй у нас. Угу. И мегаполис, да? Или нет? Не помню, если честно, ребята. А, это ферма, нет, ферма там. В общем, все это нам надо будет открывать, смотреть и качаться, развиваться. Так, что у нас тут? Так, ну что же, вернуть. Восстанови дома, чтобы открыть здание жителей. Давайте вот здесь мы поставим дом. Это Фограна, да? Чтобы улучшить... Что нам нужно для улучшения, ребят? Ага, нам нужно 5 пеньков и 700 голды. Пеньков пока нету. Так, ну-ка, давайте отправим Фограна сразу же на задание. Пускай идет и выполняет. Ускорять не будем, пускай он ищет своими силенками. Смотрим, что у нас Бакс Банни может. Так, домик для него тоже можем поставить. Я хочу вот его вот сюда вот здесь поставить. Пускай он будет здесь находиться. Так, и отправляем Бакс Банни с вами тоже на задание. 20 минут они будут там искать, рыскать. Ну и, естественно, для маленького Сильвестра мы ставим маленький рыболовный прудик. Вот сюда мы его поставим. Все. И что же нам дадут? Ага, то же самое, ребята. 40 монет и один динамитик он будет искать. В общем, на задание я их всех отправил. Смотрим, что у нас тут. Мультяшки. Какие-то две мультяшки у нас готовы получить уровень, видимо, да? А, усиление. Хорошо. И я... Одобрение. Это особая атака. Дает повышение атаки всем членам команды на 2 хода. Это круто, ребята. Так, ну что же. Отлично. И, наверное, ага, еще и повышение уровня мы можем сделать. У нас как раз пробирочек хватает. Ой, смотрите, я ему до 4-го левела могу сделать апгрейд. Йо-хоу! Милый маленький персонаж поддержки, способный исцелять и повышать урон своей команды.
Так, отлично. Ух ты, а что? А, ну да, ребята, вот это вот у нас здесь показывается. Ёлки-палки, 40 уровень. А раньше, я помню, был максимальный 30-й. Так, это у нас, как вы знаете, это у нас мир. Это у нас жители леса. Это жители студии Warner Brothers. А в Алунии это, видимо, где замок. Там всякие принцессы, принцы и так далее и тому подобное. Вот, можно вот здесь вот это все посмотреть, ребята. Кликая на... на вот эту вот иконочку. На 12 уровне открывается вот это. На 20 вот такие персонажи. В общем, хорошо. Так, что у нас еще? Мы можем... секундочку. Мы можем, наверное, еще где-то что-то прапать, да? Да, это Фогран. И мы можем ему повысить уровень тоже. Так, до 5-го я подтверждаю. Отлично. И делаем небольшое, ребята, усиление. Это свирепый петух. Пассивный навык. Пока у этой мультяшки менее 25% здоровья, она имеет повышенную на 10% защиту. Вот так вот. Хм, шикарно. То есть он становится еще крепче, еще сильнее. Так, что у нас тут по главной? Мы можем с вами что-то здесь... глава леса. Собери своих мультяшек из леса и Авалуни, чтобы избавить лес от клонов Марвина. Вторжение Марвина у нас здесь. Воу-воу-воу-воу. Круто. А вот это, ребята, мы с вами будем проходить сюжетку. Вот она вот так вот выглядит. Здесь 10 боев. Это акт первый, я так понимаю, да? Лес. Ну и на примерчике давайте сделаем первую с вами вылазку. Так, 1027 силы. Это для нас пустячок. Ребята, у нас почти 2000 силы. Вот это мы с вами раскачались. Вот это хорошо. Тут еще, ребята, небольшая загрузочка. Сейчас она быстренько пройдет. Видимо, игра будет немножко подгружаться, потому что новые карты, новые персонажи, и все это нужно будет им обработать. Ха-ха-ха. Так, охотник Йосемити Сэм. А давайте мы усилим свою команду. Вау. А теперь будем... А, вот он и Сильвестр Старший, кстати. А ну-ка, как вам насчет подарочка? Получите, распишитесь. Ну что, 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 не понравилось? Так, интересно, а что это такое означает? Повышение контратаки. Ого, на 40%. Нехило, нехило. Так, срочно делаем таунта. Теперь, нет, хиляться мы не будем. Давайте вот Сильвестра будем бомбить, потому что у этого контратака. Не хочу получать... А, сейчас из-под тяжка со спины. Я помню этот, ребята, удар. Злобный. Вообще, здесь в этой игре очень классные удары. Все это, ребята, анимировано. Особенно суперудары. Так, ну что же, 3 звезды. Ух ты, неплохо, неплохой реворд, я вам скажу, для начала. Так, и мы с вами переходим на второй бой. Кстати, мы в следующий раз, ребята, можем делать автобой. Видите, на 3 звезды, когда проходишь, это так же, как и во многих играх. То же самое Assassin's Creed, там, когда проходишь, да, тебе открывается блиц. Тут то же самое, автопобеда. Ну что же, мы переходим с вами на второй бой. Поехали. Тут у нас Бакс Банни и Сэм. Так, ну, команда у нас будет та же самая. Поначалу здесь будет все легко, поверьте мне, ребята. Все легко и просто, вы скажете, да ну какая-то... Но потом, в дальнейшем, уж поверьте мне, там будет такая жесть. Кто не верит, может посмотреть мои старые выпуски. Чтобы узнать подробнее о навыке, коснитесь его значка и удерживай. Ну, это мы знаем, ребят. Это мы знаем с вами, это нам не обязательно. Так, усиляем свою команду опять же. Ах ты, подлый Банни. А мы вот массовый урон. Да, ребят, и советую вам прокачивать желательно массовые атаки на первых порах. Они вам очень сильно пригодятся. Так, будем хиляться. Ну, давайте подлечимся маленечко, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Сзади, да? Ну. Так, он понизил нам атаку. Ну, а мы в ответочку. Вот так вот. Блин, а почему? Почему мой Фогард, главное, был оглушен, у него-то... А, мы тоже понизили. Все-все, извиняюсь, ребята. Не доглядел. На-ка. Да ладно. А ну-ка. Опс, добили. Ну что, Сэм, твоя очередь настала. Тут, ребят, также можно ускоряться. Максимально это 4-я скорость. И она выглядит примерно вот так вот, очень быстро. Это обычно делается, когда включаешь автобой.
и вот такое ускорение. Это как, знаете, как в «Черепашках-ниндзя-легендах», когда мы проходим на автобое и все. Ну что же, я думаю, что для первой серии этого будет достаточно. Жду, ребята, ваших комментов по поводу, будем играть в нее, не будем. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.